Так, еще одна игра с автомата дельфиноедов. Хумура, что ли? Опять она раком идет, надо... Ой, тут опять птички какие-то. И написано на дельфиноедском. Так. Ну, все равно надо посмотреть. Так. В общем, из полигонов сделано, по крайней мере, вот эта летающая жаба. Так. И опять куча всякого дерьма. С перемешку с дерьмом, со спрайтами, с текстурами идет. Что даже не отличишь, где дерьмо, где спрайты, где полигоны. И баночки с каким-то дерьмом. И типа сразу, видите, какая камера тут идет. Уже продвинутая хрень идет. Уже камера под углом, чтобы показать его, какой 3D. Какие у нас домики одинаковые, треугольные. Сразу, чтобы туда засасывало Sony Balladay в эти мониторы. Последние иены, чтобы отдавали. Ага. То есть стреляет сразу по 3. То есть уже необычно. Обычно дают сраное оружие какое-нибудь, поэтому это... А так, видимо, еще круче будет оружие. Ну ты куда летим? И вообще, что это? Унитазы летают? Так. То есть, что только не придумают. Главное, чтобы... Просто надо было какую-то херню сделать, чтобы летало и стреляло, да? Ну а что, ну взяли и вот все бочки эти, блядь, захуячили. Что в помойке нашли, что и запихнули сюда. То есть вот эти человечки из спрайтов уже, да, пошли. Как, ну мы видим, убивают моментально, увернуться практически невозможно. Особенно еще, когда монитор перевернут. То есть, чтобы этот обзор нормально смотреть, вам надо повернуть монитор кверх ногами. Понимаете? Новые враги какие-то появились. Ой. И все сраный дизайн, вот, да, все не в кассу, все разноцветное. Все, чтобы эпилепсию у дельфиноедов вызвать. Потому что понятно, почему они игры не пускают никуда дальше этих своих островов. Потому что там их засудили, просто там эпилепсии были бы у нормальных людей от этого. Ну, видели, какие деревья, да? Типа бот, что ли? Надо же из полигонов, хоть что-то из полигонов. Босс нормальный. Типа контры, короче, вид сверху. Ага. И ворона играешь. И опять куча обязательно вот этих снарядов, да? Чтобы увернуться, ну просто нереально было. Вот нереально увернуться. Наверное, вообще эту игру нереально пройти, не потеряв ни одной жизни. Так. То есть весь смысл, да? Тратить эти сосаные иены, ну вот на это супероружие, да? И чтобы вот так атаковать. То есть по-любому выиграешь, если ты вложишься в, блядь. Так, не убоющаясь, новая форма. И, ну это постоянно такое происходит. Босс все сильнее и сильнее становится, чтобы больше долларов вытянуть, да? Потому что там обрадовался, что вот... Все уже. А тут еще. Ну, смотри, ну столько этих вот кружочков, которые еще раздваиваются, расстраиваются, которые никак не сбить, главное, никак не увернуться. Вот так. Угу. Ну все, можем. Ну сколько еще? Уже красным горит, как черепашка ниндзя это. Впервые я увидел, где они красным горят. Хоть какое-то понятие, сколько их убивать. Кровь зеленая. Чтобы это вообще детям эпилепсию вдалбивать с рождения. Угу. Прям сейчас вот лаги даже были. Тут даже, по-моему, какие-то графические размытия производятся. Как будто с ускорителем, что ли, даже каким-то стоит этот игровой аппарат. То есть уже сглажено более-менее, что ли. Так. То есть вообще. Так, ну и сколько можно скалы теперь? Ну вон сглажено, видите, более-менее.
хотя бы текстура сглаженная. Эти баночки с водкой. Да. Что это такое? Ну, то есть играть совсем не интересно, да, вот если нереальные деньги сюда впихиваешь. А как бы дома реально вот аппарат собрать, да, и туда деньги эти сувать реальные? Уж круто было бы. Вообще. Потом выгребать их обратно и опять использовать. Что там интересно к этому аппарату подсоединяется? Это PC-компьютер, наверное. Еще по USB подключается какая-то, чтобы заглатывать, да, эти доллары. Как бы... Ну тут как? Вот одна кнопка, да? И жетон вставляется. То есть, получается, берется, врезается из DSP какое-то отверстие. Там эта кнопка, монетка падает, на эту кнопку давит. Вот и игровой аппарат, доллар добавлен. Так, ну, крайне сраный дизайн, вообще сраное говно. Даже с самолетиками и то дерьмище получше было. Говно, короче, это, ну, сами видите. Ну, а как вот от такого можно вообще увернуться? Главное же доллары там выкачать из дельфиноедов. Угу. Сейчас он превратится еще во что-то, или еще босс будет. Вся фишка тут, что под наклоном идет. Типа такое, или реально летает. Ага. Ну, теней тут нету, похоже. Ни от каких объектов. Там-то в самолетиках хоть такие квадратики, по 4 пикселя были, типа тени. Ага. А вообще можно их не убивать просто? Чтобы он долетел до конца. Ой, голова болит уже от этой гадости. Ага. Да. Мне даже глючат эти тени на скалах. Ну, типа тени нарисованные. Не ниндзя-босс нарисованный, не из спрайтов. То есть не из полигонов. Спрайтовый. Вот так. Сколько можно, а? Ну, как вот от такого увернуться, а? А, нет, это, по-моему, даже из полигонов. Я так сейчас присмотрелся. А те, которые летали, это были копии его. Из спрайтов нарисованные. Вообще, интересно эту игру там на ресурсы проверить. Отдельные файлы посмотреть. Что там внутри почитать. Пиксели в текстурах. Знаете, глюк даже, видите, зависло. Видите, полигон застрял. Треугольник, видите? На экране. Ага, Дракула теперь какой-то. Ага. Вот так. Ага. Ага, теперь такие кругами пошли еще. Замечательно. Все, конец, да? Сколько еще там уровней, а? Хорошо, что тут и не длинные эти игры. Вот единственный плюс. Ага. Ну что, ни у кого бы все равно денег столько бы не хватило. А вот сейчас тормоза пошли, вот видели, когда вот когда эти. Возможно, софтварно как-то обрабатывается, что ли. Вот это. И тут наверняка какой-то фиксатор стоит в этом, я не знаю, эмуляторе. Чтоб как бы... Это какой-то не эмулятор, да, он на Windows XP идет, что везде одинаково игры шли. А то на одном как бы будет, да, аркаде. В более лучшем железе, это да, быстрее, другого медленнее, что-то будет, наверное, непорядок. Так вот делают ограничитель. Угу. И вот это спрайтовое дерьмо. Теперь уже... На НАТО водичкой. Ну, реально, шизофреники эту игру делали. Видите, бабочки какие-то, цветочки, банки летают. И причем с ниндзички какие-то. Эти вопли какие-то кошмарные. О, а как это я сделал? Ничего себе. Ага. Ну, значит, вот одной штучки касаешься такой и умираешь. А штучки, из них весь экран. И уже хорошо, что босс. Ну, это, наверное, предбоссе все-таки. Ага. Да. Давайте уже, сколько можно. Ага. Знаете, вот я вам записал прохождение, вам даже не надо это говно скачивать.
Потому что тут удовольствия никакого, да, поскольку бесконечные кредиты. Потому что никакого геймплея весь исчезает, когда получается бесконечные жизни и прочее. Хотя есть игры, в которые можно и с читами играть, как Fallout, например. Ну что еще там? Ага. Ну а теперь двое. Но это даже не боссы, это просто враги обычные. Да. Давайте уже. Да. Ну, блядь, ну... Это невозможно уже терпеть это. У здорового человека начнется эпилепсия-то. А еще есть за телевизором за 150 тысяч, еще с 70-дюймовым, 60, сколько там, блядь. Сижу в упор, да? Причем без 3D еще. В этом говне как 3D вообще даже не знаю врубить. Ужас какой-то. Может, преобразование, что ли, включить? Чтобы глаза отдохнули. В 3D. Какое говно, а? Да, ну это полное говно. Ну, на этот слов нет никаких. Какие-то крабы летающие. И баночки опять эти. Да. А, еще босс, супербосс. Из полигонов опять. Ага. И почему он больше размером, чем я? То есть вообще непонятно. Хотя это вроде тоже человек, а я человек. Я все-таки ворона. Ну сколько еще можно, а? А еще у босса есть суперудар, который тоже в себя тебя убивает всегда. Вы смотрите на это количество нулей в счете. Да ну кто будет их считать, вот эти вот... А, и взрыв на весь экран. И тормоза аж идут, да? Спрайты перенаполняют всю память оперативно. Этого... Это игры самой точнее. Это даже не эмулятор, это просто через лаунчер запускается на любом железе, если Windows. Ага, и теперь еще превращение. Может, все-таки это последний босс что-то больно злой. Ага. Просто вот как издевательство выглядит, да? Если бы реальные деньги сюда вставлял. Ага. Вот подсчет. Может, все-таки конец. А, нет, еще один уровень. Теперь все в тумане, опять эти крабы. Крабы в тумане. Ты же компьютерный город пошел, уже какой-то современный. Ой, ну вот это что за мерзость летает, дерьмища. Или это первый уровень? Похоже вообще на первый уровень, только с новыми врагами. Вот это с спрайтами все враги. Вот это из полигонов. Мерзость, а? Да. Ну, все-таки надо пройти до конца, что и зря это, да? Виртуальные иены сюда вставлял. Ага. Его на паузу никак не поставишь, игровой аппарат хули. Угу. Да. Сохранение, естественно, тоже никаких тут быть и быть просто вообще не может. Единственное сохранение, это счет твой сохраняется, да? Чтобы другие дельфиноеды попытались его побить. Причем этот счет есть всегда, да, даже когда никто не играл. Чтобы как бы видели его просто. По умолчанию там добавляется. Первое место, второе. Ну сколько можно? О, ну конечно, да. Ну сколько их? Невозможно просто это терпеть больше, говнище. Угу. Музон вообще отвратный тут, блядь. Звуки вообще ужас. То есть, блядь, как будто вообще все эти игры тут самодельные просто, да? То есть взяли этот аппарат, сделали сами на основе PC-компьютера и сами иди. Кому надо, то там тот делает себе игру, ставит себе этот публичный дом на входе или куда там в столовую дельфинов.
И там пока дельфинов жарят, они это играют в это. Там. Все игры, либо файтинги, либо летающее говно, либо все, и все, собственно. Еще все больше и больше, блядь. Берут их в цепочки, выстраивают в врагов. Как вообще это говно создают, мне интересно. Это какой-то редактор у них, да? Может, они какой-то редактор, да? Они там заменяют модельки. Там, по типу StarCraft 2 редактора. И хреначат все эти игры, и файтинги, и все это дерьмо. Там один человек за один день делает это. Ну, то есть не человек, а дельфиноед. Причем отвратительно все выглядит, да, вроде как бы трехмерная, да, сцена. А все впереди двухмерная, да, то есть даже эти пули, они не могут как-то лететь по трехмерному. Потому что все-таки это финальный босс, вот больно он круто как бы собирается, да. Ага, ну, похоже. Ага. Сюжет, как я понимаю, вообще никакого тут нету. Да. Что за ужас, а? Так. Вот. То есть понятно, какое говно, ее даже не портируют эти игры, никуда это блин, сука. Потому что почему, да, не портируют эти игры? Потому что если их портируют, все скажут, ага, а нахрен нам играть, да, в эту игру? За бешеные доллары, там, за одна жизнь, там, $5, да, платить. Когда вот скачаю там с торрента или куплю на сраный PlayStation эту игру, да, и буду играть там, да. А вот поэтому и не делают-то, кстати, да. А так вот, типа, игровой аппарат, такого больше нигде не будет, там, типа, только тут можно наиграться, тут, вообще, тут все просадить эти иены. Поэтому тут вот надо обязательно до конца пройти, чтобы люди видели, какое говно, а. Он уже этими, как его, плацдармами посылает эти пульки. Это я даже не знаю, как это пульки или это снаряды энергетические. Ну что это? Ну понятно, что они сверкают для того, чтобы их проще было заметить. Ну а какой смысл? Замечаешь ты их и не замечаешь, если они так и стреляют, что от них увернуться невозможно, а? Давайте уже. А вот тут сейчас спрайтом пошло. А спрайта, да нет. Опять без полигонов. Это очень весело, да? Он, похоже, сдох. Здесь это все-таки конец. Вот, и опять все в тормозах. Видите, как пошло. Туман, он, кстати, всегда тормозит. Он до сих пор, наверное, тормозит. Но его вроде как перестали добавлять или по-другому делать. Ну, туман он всегда тормозил на всех PC-компьютерах, как будто там сглаживание идет, и туман как-то сглаживается. И поэтому тормозит. Вот, ну все. Вот туман вот почему-то вот всегда тормозит, даже сам я до сих пор не понимаю. То есть полигоны, все, нахуя, дохуя работает, а как только туман какой-то там, да. Ну это раньше было, сейчас уже такого не замечаю в играх. Видим, по-другому как-то научились делать это. Через другие функции. Так. Еще, ну, наконец-то. Вот. И сколько, смотрите, уродов делало, да? Один, два, три там. Ой. Ой, блядь, надеюсь, они все померли уже. Это как бы предсмертная их тоска. Блядь. Какой год? Вот, знаете, да, давайте все-таки досмотрим. Какой год, а? Так, блядь, 2001 год или какой? Я не вижу. 2001, все равно это сделано, не различишь, да? То ли 7-й, то ли 1-й, но все равно тогда уже была PlayStation 2, и они такое говно. А, Windows, там, смотрите, Windows написан, и IT, да, смотрите, логотип IT, Windows, вообще позорище, а? То есть они, и причем замыльно, так, чтобы даже никто и не заметил, да? Вот видите, счет, видите? Все. Да, теперь надо еще 500 раз и пройти, чтобы там первое место занять там. Так, в общем, все понятно, думаю. Такие дела. В общем, так.